В России появится День среднего профессионального образования. Его будут отмечать 2 октября. За последние 6 лет прием на программы среднего профессионального образования увеличился на 54%. В колледжах и техникумах сейчас учатся более 3 миллионов студентов. 60% студентов СПО — это выпускники 9 классов и 30% — выпускники 11-х. Обучение ведется по сотням профессий. В рамках федеральных проектов в колледжах и техникумах создают мастерские, оснащенные современной материально-технической базой, и запускают кластеры по подготовке специалистов.